Привет, народ! С вами снова Витек Мусорщик. Я был, заснял, ребята, пару роликов в ТикТок интересных у себя в Шабанах. Вот, про то, как люди захламили свалку. Очень много было комментариев, хороших, плохих. Но сегодня вот решил провести сам эксперимент. Пойду с этого мусора я, ребятки, выберу все, что можно сдать. Тем самым попытаюсь уменьшить количество мусора на мусорке, заработать немножко денег, ну и показать вообще народу, что можно сделать из отходов доходы. Ну и может ЖКХ себе возьмет на заметочку, что вот так вот деньги валяются у нас под окнами. Сейчас начинаем, поэтому заранее прошу, ставь жирный-жирный лайк авансом. Буду очень благодарен, ну и не забывайте подписываться. Ну что, погнали. Так. Все буду возить, ребята, на своей машине. Вот, ну как возить? Сейчас я вам покажу. Вот мы приехали, чтобы вы понимали. Вот действительно, Ротмистрова 50, ребята. Вот та самая помоечка. Вот она. Вот такая большая. Значит, я вооружился, ребята, сразу рабочими шмотками. Пакеты, это чтобы мусор не растрясать, переложим его, сложим обратно, который сдать нельзя. Взяли мешки. Вот, сейчас вот переоденемся. Ну, начнем выбирать, посмотрим, что из этого получится. Завезем все на приемный пункт. Смотрите, ребята, вот алюминиевые банки. Точно знаю, что они стоят денег. Стеклянные бутылки, это все можно сдать. Вот, не знаю, как насчет пластиковых. Вот тут вообще клондайк, смотрите, стеклянных бутылок. Вот, все, сейчас переодеваюсь, одеваю перчатки. Ну и переберем эту свалку, сделаем мир лучше. Смотрите дальше. Все, народ, вот так переоделся. Такие рабочие перчаточки, такой вот рабочий у меня прикидон. Вот, ребят, вот самое интересное, знаете что? Вот, вот мешки. Вот стоял, переодевался, да, вот эта свалка вся. Сейчас мы ее начнем тут перебирать. Знаете, что увидел? Вот не такие мы и чистюли. Смотрите, вот тут вот трава, да, вот валяются бутылки, пластиковые, стеклянные, ребят. Вон там в кустах дальше еще бутылки, мусор валяется. Ребят, белорусы, что хочу попросить. Пожалуйста, если вы не сдаете никакие отходы, но не засирайте нашу страну, я очень вас прошу. Давайте сделаем город чище, самим же жить приятнее. Властей во всем обвиняем, сами ни хрена не делаем. Ну что, ребят, я приступаю. Беру мешок от сахара. Это для бутылок, а пакет возьмем для алюминиевых банок. Ребят, за качество сорян, одной рукой снимаю, как бы у меня оператора нету. О, второй рукой работаю. Все, буду складывать свою машину. Ну что, погнали. Зарабатывать бабло и делать мир лучше. Вот, смотрите, стекло сюда. Еще бутылочка, это сюда, в этот мешочек. Так, алюминиевую банку забираем в пакетик. Вот. Вот тут, ребят, бутылок вообще много стеклянных. Смотрите, вот. О. Интересно, сколько можно заработать бабла и насколько можно сделать мир лучше. Смотрите, ребят. А тут пачки от вина. Так, там ничего нет. О, смотрите, что еще в мусоре, ребятки. Вот можно найти жетончик, например, на метро. Прикольно. Заберу. Не брезгую. Вот. Главное потом чисто вымыть руки. Так. Вот тут еще стекло. Вот у нас уже, ребята, в мешочке. Смотрите, сколько в мешочке, да? Все, смотрите, дальше. Как бы все не буду снимать, сейчас все переберу, потом покажу, сколько я насобирал и как получилось, и как это все выглядит. Погнали, народ. Ну что, ребята, вот моя машина. Фу, я порядка так устал рыть в этой помойке. Она, конечно, немножко видоизменилась, стала чуть-чуть меньше. Чуть-чуть, ребят, но не сильно. На местной приемке, короче, принимают стекло, ребят. Вот я собрал целый мешок стеклобоя и алюминиевой банки. Мял их тут, короче, люди шли, просто были в шоке. Это не смял. Вот, алюминиевые банки. Из прикольного нашел только жетончик. Короче, сейчас все это загружу себе в багажник, ребятки. Ну, поедем сдавать. Сказали, еще картон принимать, но тут картона чуть-чуть. Ну, можно тоже попробовать его сдать или хотя бы отдать просто на переработку. Даже бесплатно. Вот, жалко, не принимают пластиковые бутылки вроде как. Вот, но это маленькая приемка района. Я знаю, что как бы на больших точно принимают. Ну что, ребят, грузимся, едем на приемку. Все, народ, запихнулся в багажник. Вот так это дело все выглядит. Все, сейчас поедем на приемку. Вот. Повторюсь, находимся в Шабанах, ребятки. Все несложно, ребята.
сделать мир чище, лучше и богаче. Ну что, поехали, посмотрим, сколько удастся заработать. Вот ездим по Шабанам, с ротмистра 50. Приемный пункт находится от нас, ребят, вообще недалеко. И он, если честно, посмотреть так как бы не один у нас. Не один. О, машина говорит о том, что мне необходимо пристегнуть ремень. Забыл. Вот, вот, подъезжаем, ребята, к приемному пункту. Вот он, зелененький. Работает вроде с 8 утра, что очень актуально. Вот, вы можете привозить сюда свои отходы и сдавать, в принципе. Но он в Шабанах не один. О, смотрите, ребят, вот мы подъезжаем к приемному пункту. Смотрите, какая Audi стоит. Крутая. Стопудово приемщика. Вот так вот все выглядит. Сейчас зайдем, спросим разрешение на съемку. Ну и сдадим все это, что мы насобирали. Смотрите ролики всегда мои до конца. Не забудьте поставить лайк авансом и подписаться. Очень-очень важно. О, металлоломчик. Не знаю, пока молодого человека снимать не буду. Спрошу разрешения. Добрый день. Добрый день. Скажите, хотели бы сдать, там вторсырье насобирали? Да, без проблем. Стекло, банки. Можно, да? Да, можете нести его сюда. Вот, на эти весы вот у людей весы. Сейчас, ребятки, будем разгружаться. Вот такой вот экшен. И сниму вам, покажу вообще, что еще можно сдать. Напоминаю, находимся в Шабанах. Вот наше стекло тара. О, поперли. Тяжелый мешок, зараза. Ну, я в рабочих вещах привык. Можно ставить, да? Я вам помогу, да. А, спасибо. Вот приходите, вам всегда тут помогут вежливые люди. Смотрите, ребят. 15,5 килограмма. Так. Вот, 15,5 килограмма. Скажите вообще, сколько за килограмм? 12 копеек за килограмм. Вот, 12 копеек. Сейчас мы еще баночки наши принесем. И нам посчитают в совокупности, сколько денежков мы заработали, ребят. И какую пользу принесли своему району. Хотелось бы, чтобы так все поступали. А скажите, вот у нас еще банок есть немножко. Алюминиевый банк? Да, да, да. Да, может ставить. Тоже сюда, да? Сюда. О, видите, а алюминий почем, скажите? Рубль 70. О, рубль 70. У нас получилось, без малого, ребят, вот кило 800, кило 800, класс. Скажите, что мы заработали, пожалуйста. Вот, сейчас человек посчитает. Вот, видите? Нормалек, вот наши баночки. Больше 5 рублей, 5 рублей 10 копеек. Ну, ребят, не так много денег, 5 рублей 10 копеек, но все равно 2 доллара, 2 доллара можно сегодня жить. Пожалуйста. Спасибо большое. Пожалуйста. Сейчас, ребят, можно я пройду на приемку, покажу, да, что можно проблем, сдавать? Конечно. Спасибо. Вот, ребят, смотрите. Можно сдать отработанные аккумуляторы, алюминий. Вот тут человек металлолом разбирает, вот. Превращает отходы в доходы. Вот так вот. Ставьте лайк и чистите наш район Шабаны и город Минск. О, картон даже принимают, видали? Все, приходите на приемный пункт. Всем спасибо. Вот, ребят, думал ролик этим закончить, но нет, ребят, эмоции прут. Человек спросил, как называется канал, как что. Я заработал 5 рублей, сделал чуть-чуть чище свой район. Надеюсь, что вы тоже все так делаете. Ребят, не засоряйте наш город, не засоряйте. Очень приятно, когда у нас чисто. А на этом еще можно и заработать немножко денег. Желаю всем успехов и крепкого здоровья. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Спасибо за просмотр.